Вон какая сосна упала, да не одна даже. Волны белыми когтями золотой скребут песок. Не скоро холодянки уже. Сюда волны перекатывались. Ветер, когда штормил Байкал, перекатывалась кость. Нерку, видимо. Сюда все тонкий-тонкий. О, бокоплавы-то там рассекают на дне. Байкал в этом году рекордно поднялся, берега подтопило, и сосны, которые росли около берегов, подмыло их, и они упали. Сосульки висят, хрустальные сосульки. Дорога на Холодянке. Холодянки карьер в снегу. Листья осин уже облетели. Голые серо-зеленоватые ветки осин.
дорога спускается к Байкалу. Рыбаки рыском с берега делают. Подмыло у берега березки, выбросило прибоем. Берег подмыло, как подмыло берег. Подмыло глинистый берег на пост сверху. Ядра тоже подмыло. Галька уже смерзлась. Холодная горстка. Подмыло лиственницу, тоже упала. Глинистый берег.
Ну вот, друзья мои, закончилась прогулка у меня Холодянки. Сейчас еще до дома 1:20 мне идти. Сегодня выйду на 4 часа прогулки. Еще раз предлагаю, призываю вас, ходите. В моем возрасте, мне уже 63 года почти, самая благотворная это ходьба. Самая удобная, тем более, когда ходишь на Байкал, такое чудесное место, душа подпитывается энергией, такой духовный, прикасаешься к вечности. Под этот шум Байкала, благостное место, конечно.